компания «Средняя Волга» совместно с комитетом образования проводит конкурс среди учащихся 9, 10, 11 классов средних школ города Балаково на тему «История семьи как история города». По итогам этого конкурса будут разыгрываться денежные призы. Первое место – 20 тысяч, два вторых места – по 10 тысяч, три третьих места – по 5 тысяч рублей. Сейчас воспитание патриотизма у детей, любви к родному краю, к родному городу во многом осуществляется как бы поверхностно. То есть через какие-то внешние факторы, не проходящие через душу человека. Настоящий патриотизм, тот, о котором еще Лев Толстой говорил, как о скрытой теплоте патриотизма, воспитывается через что-то родное и сокровенное. Что может быть роднее для человека, чем его семья? В городе Балаково много семей, руками, стараниями которых построены замечательные предприятия, построен этот город. Для того, чтобы написать это сочинение, школьник должен обязательно побеседовать со своими родителями, бабушками, дедушками. Уверен, они расскажут много интересного, собрать определенную информацию о том предприятии, на котором они трудились и работали. И в результате, мы думаем, получится целостный, увлекательный рассказ. И это будет отправная точка для дальнейшей работы в этом направлении. Потому что практически в каждой семье есть люди, которые принимали участие в строительстве города Балаково, которые сделали этот город таким городом, который он есть. Город пяти ударных строек. И многие дети просто даже не знают историю своей семьи. А история семьи, она непосредственно связана с историей нашего города. Чтобы произошло такое небольшое семейное объединение. И взрослому поколению будет интересно. Я думаю, те истории, которые они расскажут своим внукам, детям, им будут не только поучительны, но и интересны. У них откроется не просто кругозор увеличится, но откроются глаза на своих родителей, на своих бабушек, дедушек. И они по-настоящему поймут, что означает любить свою родину и свой родной край.